Итак, всем доброго дня. С вами Вячеслав Кипкаев. И сегодня я вам представляю очередной шедевр. Настенный котел Фироли. Домик Project. Сбить термическим тепломинником, который находился в эксплуатации лет 10, и у него потек теплообменник, который мы его будем менять. Сейчас я вот такая мисочка стоит под ним. Теплообменник, вот там у него течь, вот он прогорел, в общем 10 лет никто не занимался, того не делал ему. Вот она мисочка такая, вот куда водичка текет с него. Он в таком виде к нам и предстал. Теплообменник битермический. Вот такой. Вот мы его и поменяем. Итак, друзья, котел запущен. Теплообменник я поменял. Сейчас я буду все собирать. При техническом обслуживании котлов, в частности Фироли, друзья, обращайте внимание на соединение, на контакты все. Все контакты нужно вытащить, проверить. То есть контакты насоса, на плате, датчики температуры ГВС. В общем, все соединения надо проверять. Если вы это не будете делать, то он вам покажет код ошибки. В этом случае, в моем случае здесь, он мне показал код ошибки, неисправность датчика температуры ГВС. Вот он, но датчик рабочий. Вот. Поэтому вот здесь вот два контакта. Я их вытащил, вставил, котел запустился. То есть, а вот, вот об этом знаете. Ну, вот сейчас он температуру опять, как я сказал, набирает, как он работает. Нормально. Так, ну вот он теплообменник. Сейчас мы видим. Вот он, который я снял. Вот его место прогара. Он давно тек. Вот. Поэтому сейчас я буду все собирать.